Círculo! Afasta! Afasta под удар! Сохранили! Главное было сохранить мяч, потому что атака продолжается! Атака продолжается! Арест нет! Пас снизу! Но! Пас снизу! И опять это голова! Олег, сколько ж можно мешать своему родному городу? Сколько ж можно лишать ее волос? Бирюков! Бирюков один на один, и дальше только вратарь. И делает передачу дальнюю Нургарковичу. Вот эта связка потрясающая. Бирюков, Гаркович. И возвращает Бирюков. Бирюков догоняет, как в лучшие годы. Сережа, иди защити. Молодец, Сергей, как в лучшие годы. Не пас на флаг. Но там оргкомитет 18-го года. И подает, и навешивает. И Ионченко скидывает. Гол про атаку. Начинаем. Вперед! Вперед! Николай Кузнецов, полный тезка, героя Великой Отечественной войны, партизана-подпольщика. Но это не помогло ему в данном случае. Здесь все нужно было делать открыто. Атаки на ворота. Вот, опасно. Презентуют. Забрать мяч. И забирают. Посмотрите, что происходит. Численное преимущество. Тим, капитан команды, перебрасывал мяч. Жаль, Олег, жаль. Дети уже начали получать подарки. И снова на Кирькова. Сколько сил сохранили, сколько сил команды. Я предлагаю сейчас выпустить минут на 10 молодых казаков, а потом снова играть. И не останавливаться. И Ким! И Ким! И Дичук вышел! Дичук! Золотая гитара! Россия, какие ноги! Пас! Оставили одного капитана! Подача! Ветер! Мешает! Давыдов! Прыгай! Пожарные вздрогнули! В моей машине такой пожар штрафной. Готова скорая помощь. Приоткрыта дверь. Сейчас кого-то будут уносить. Спасибо за сигнал. По-моему, будут уносить меня. Пора уже. Не надо, впереди чемпионат Европы. А, после него и вынесут. Понятно, намек понят. Вперед! Пас! Подачу! Бежит! Ну просто прижали к воротам, просто! Как будто в численном меньшинстве играет команда из Москвы. Такая атака! А игра продолжается и продолжается! Гатузо! Аслан, подай! Галуза Рената Гаттуза.